С 15 октября на территории области вводится особый противопожарный режим. Наш корреспондент поинтересовался, какие противопожарные мероприятия проведены на территории Смедовичского района. Пожарная безопасность населенных пунктов в осенний период находится под угрозой. Именно вот такие болотные мари, которые окружают большинство населенных пунктов нашего района, являются главной опасностью. Горение сухой травы вблизи населенных пунктов всегда доставляет множество хлопот местным жителям. От палов постоянно страдают заборы и хозяйственные постройки. Бывает, что под удар таких пожаров попадают и жилые дома. Чтобы снизить риски возникновения такого рода явлений, на территории автономии с 15 октября вводится пожароопасный период, который продлится до особого распоряжения. В его рамках в лесах на всей территории области вводится запрет на проведение огневых работ, в том числе касающихся разведения костров, проведения пожароопасных мероприятий, сельскохозяйственных палов и так далее. Надзорными органами усиливается патрульная работа на территории населенных пунктов и землях лесного фонда. Также силами поселенческих администраций, структурных подразделений администрации района проведен и проводится ряд превентивных мероприятий. С 15 октября на территории Еврейской автономной области и, соответственно, Смедовичского муниципального района вводится особый противопожарный режим. В рамках подготовки к особому противопожарному в администрации района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, решением которой выработан ряд превентивных мероприятий. В целях контроля за подготовкой поселений к пожароопасному периоду представителями администрации района совместно с отделением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по ЕАО совершены объезды поселений района. Выявлен ряд замечаний по заверению поселений, недостатки будут устранены до введения особого противопожарного режима. В целом подготовка к пожароопасному периоду прошла положительно, но несмотря на это есть ряд некоторых замечаний. Это касается в основном своевременного окашивания сухой растительности. Также начальник отдела ГО и ЧС районной администрации отмечает, что главы поселений на своих территориях забыли про добровольные пожарные дружины, которые создавались несколькими годами ранее. В поселениях района в настоящее время существует необходимость пополнения добровольных пожарных дружин. На сегодняшний день поощрение за один выход на тушение пожара добровольного пожарного составляет 500 рублей. Выезд водителя, значимого в реестре, также добровольным пожарным, порядка 3000 рублей. Что касается оповещения, то сложившаяся система позволяет посредством единой дежурно-диспетчерской службы напрямую проводить осуществление информирования руководства района, городских и сельских поселений при возникновении угрозы, после чего информация доводится до населения посредством автоматической системы оповещения «Рупор». Такая система позволяет охватить порядка 90% населения практически за считанные минуты. Уберечь себя и свое имущество от пожаров практически элементарно. Своевременное окашивание дворовых территорий – один из главных моментов. Специалисты же, в свою очередь, советуют прислушиваться к рекомендациям в пожароопасный период. В противном случае их игнорирование может привести к непоправимому.